Кузнецов, Инесса Землер в студии. Персонально ваш сегодня экономист Михаил Хазин. Здравствуйте. 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 Вы знаете, с какого вопроса хочется начать? Наболевшие уже многих мы здесь терзали в студиях «Эхо Москвы». Что думает о выдвижении Ксении Собчак Михаил Хазин? Ой, я же сказал по этому поводу, что это демонстрация обществу, что не надо в это омерзительное мероприятие выборы играть и вообще относиться к нему серьезно. То есть в каком смысле омерзительное мероприятие? Ну, вот как бы выдвижение Собчак показывает. Потому что имеется архетип, да, такой, он и русский, и исламский, что депутатом, ну, вообще как представителем общества, может быть только человек, которого уважают. Так. Поскольку Ксюша Собчак – это не тот человек, которого можно уважать в широком смысле этого слова, то и по ее образу жизни, и по тому, как она себя ведет в конкретных ситуациях, то по этой причине, если ее выдвинули, это значит, обществу было сказано, что, ребят, мы к этому процессу, к выборам, относимся несерьезно. Вот как в Китае, например, да, объявили Си императором, включили его в устав коммунистической партии персонально, как до него Мао Цзэдуна. Вот это все понятно, да, все. Со всей этой глупостью в виде западной демократии мы покой. Император. Какая демократия? Император. А до того, как Ксюшу выдвинули, по вашему выражению, не было понятно, что все это не очень серьезно? Ну, с точки зрения обывателя, да, конечно, но тем не менее ему очень сильно вдалбливали на протяжении там, 25 лет, что это очень важно, без этого жить никак нельзя, это святое. Ему это обыватель? Обыватель. Обыватель, ну, он как бы, конечно, не очень верил, но тем не менее, когда долго вдалбливают, то он как-то к этому смирился. А тут ему показывают Ксюшу, он говорит, да, ну, все понятно. То есть это, я сейчас говорю, это сигнал обществу, что нечего заморачиваться. Если отбросить индивидуальные симпатии и антипатии в отношении Собчак, подобное выдвижение, оно сыграет на понижение или на повышение явки? Вот она говорит, что хочет привлечь к выборам 30%, которые не ходят. Не знаю. Я считаю, что если народу объясняется, что это дело несерьезное, ну, типа вот взять в руки вот эту бумажку, на которой портрет. Там, правда, портретов сейчас нет на бумажках, но это не важно совершенно. Вот. Я не уверен, что обыватели знают, что на этих бумажках. Вот. Тут, возможно, разные варианты. Но понимаете, в чем дело? Я же не политтехнолог. Мне очень сложно сказать, чем они руководствуются именно вот в этом смысле. Михаил, простите, да. Я вот все возвращаюсь к тому, что обыватели вдалбливали. А когда ему предъявляли Бранцалова или охранника Жириновского, на обывателя это никак не влияло? Нет. Дело в том, что Жириновский — это некоторое... Он понимает, что такой человек имеет право... Нет, не Жириновский, а охранник Жириновского. Это не важно совершенно. Это место для Жириновского. Он может пойти сам, может охранником, может еще что-то. Это, конечно, вызывает некоторое удивление, но не является оскорблением, так сказать, общественной морали и нравственности. А вот выдвижение Ксюши Собчак это является. Ну ладно, лично мне, например, приятнее смотреть на Ксюшу, чем на господина Малышкина. А вас почему оскорбляет Ксения Собчак? Я не сказал, что она меня оскорбляет. Мне это как раз, ну, как бы Ксения Собчак играет, занимает некоторую нишу социальную, которая во всех странах всегда есть. И, соответственно, ну, как бы, ну, так к ней и нужно относиться, но при этом делать из нее общественную фигуру значимую, это смешно, как мне кажется. Ну, кроме того, поскольку я с ней пересекался в жизни несколько раз, последний раз было смешно, мы с ней столкнулись в аэропорту. То есть мы там ждали разные самолеты. Я еще не уверен, что она меня видела, хотя она была от меня там в 3 метрах. Но дело не в этом, а дело в том, что я видел, да, вот последний раз, когда у нее была какая-то передача, я не знаю, на «Дожди» или еще где-то, но это давно было, год 4 там. И я туда пришел и на нее посмотрел. Вот я могу сказать, у нее имеется одно качество, которое не дает ей возможности самостоятельно стать некой значимой фигурой. Она не умеет и не любит работать. То есть ее можно раскручивать. Ну, то есть, как некоторый такой вот
ну, вот, наклеенную на как бы картинку. А вот сама она не сможет. А кто ее тогда раскрутил до такой и медийной, и обывательской узнаваемости, если она сама ничего для этого не делала? Нет, я не говорю, что она ничего не делала. Ей это очевидно, что нравится. Но, еще раз повторяю, она не работает. То есть вот разобрать, ну вот я просто вижу, да, она как бы к ней пришел человек. Неважно совершенно, нравится ей этот человек, не нравится, еще что-то, но нужно, по крайней мере, разобраться в том, что он из себя представляет, зачем его спрашивать и вообще как бы о чем с ним можно разговаривать. Вот когда вы работаете с Познером, он, может быть, сам уже и не работает. Но у него имеется команда, которая там что-то ищет, там еще чего-то. А вот у Собчак было совершенно четко, что она, грубо говоря, за 5 минут до начала эфира поняла, а кто у нас сегодня будет? Ну, вот так, да? И мне кажется, это несерьезно. Поэтому я... Не верю в то, что все это может иметь какой-то смысл. То есть проблема не в «Дом-2», проблема не в статусе шоумена какого-то. «Дом-2» и все остальное – это общественное мировосприятие. Вот общество ее воспринимает как такую вот даму полусвета, но не снизу, которая там из народа пробивалась, а сверху из мажоров. Вы знаете, это еще раз повторяю, это довольно, еще раз повторяю, это общественное мнение, и к ней поэтому отношение крайне несерьезное. К Трампу тоже поначалу общественное мнение относилось очень несерьезно. К Трампу общественное мнение всегда относилось очень серьезно, для того, что Трамп — это человек, который отражает некоторые очень мощные силы, и элитные, и общественные. И понятно, что те, кто за другие силы, они его постоянно смешивают с грязью. Это у них работа такая. Ну, вот я приведу пример. Значит, я тут позавчера вечером выступил на неком мероприятии, в неком месте под названием «Политкафе». 2,5 часа. Запись, ее разместили в Ютубе. Я с большим интересом, читая комментарии именно в Ютубе, обнаружил, что там, соответственно, пишутся совершенно, ну, замечательные, например, пишут: «Опять Хазин выступил пьяным». Ну, что вообще смешно. Или что же он за мерзавец такой, сделал себе новые зубы и всем теперь показывает. Ну, то есть, понимаете, да, это то, что называется тролли. Ну, или возьмите... Надо сказать, что на этом месте Михаил Хазин очень широко улыбнулся. Я всегда широко улыбаюсь, я не могу ничего сделать. Как рот до ушей, хоть завязочки пришли. Ну, или почитайте, что пишут ваши, как бы, ваша клака в комментариях к моим выступлениям на «Эхо Москвы». То есть, я совершенно не уверен, что это люди, которые там слушали мои выступления, еще знают, о чем я говорю. Они знают точно, про меня нужно написать гадость. Они ее пишут. Поэтому вот это неинтересно. Да, что пишут там СМИ? Ну, грубо говоря, как это, не читайте перед едой советских газет. Если вас интересует экономика, не читайте «Ведомости» и «Коммерсант». Ну и так далее. То есть нужно отдавать себе отчет, что большая часть СМИ существует не для того, чтобы сообщить людям информацию, а для того, чтобы им повесить лапшу на уши. Ну, вот вы сами себе противоречите. Почему? Ну, потому что вы говорите, что вот Ксения Анатольевна Собчак, к ней сложилось такое отношение в обществе, вот эти вот ярлыки, от них можно как-то избавиться? От ярлыков избавиться можно, и нельзя избавиться от правды. Она же сама себя рекламировала так. Но это когда был-то? Какая разница? Вы поймите. Какая разница? Ну, люди меняются, времена меняются. Даже меняются, отношение к Крыму меняется, как мы видим. Меняются или не меняются, да? Но я не могу себе представить, чтобы я или моя дочь пошли бы там в «Дом-2» заниматься, делать неважно что. Да какая разница? Это... Ваша дочь в президент, наверное, не пойдет? Это неприлично. Нет, у нее слишком сильно развито чувство юмора. Она... ну, не знаю, может быть, лет через 30 ей может прийти чуть в голову такое. Но я себе это представляю с трудом. Вот. Так и тут. Вот, если вы начинаете играть в некую игру, то это уже является очень мощной вашей характеристикой. Вот
человек, который там может вечером на улицах Москвы играть там в догонялки, в салочки на автомобилях на скорости 240 км в час, не может представлять интересы общества, потому что ему на общество наплевать, и на людей в частности. А человек, который там в доме 2 может активно, неважно в каком возрасте, хоть 20 лет назад, он с точки зрения традиционной общественной морали глубоко аморален. А если человек аморален, то как он может представлять чьи-то интересы? Если а как вам политическая позиция? Прости, пожалуйста, как вам политическая позиция Ксении Собчак? Откуда у нее может быть политическая позиция? Она выступает, тем не менее, с политической позицией. Сказать она может, но позиции у нее быть не может. Ну вот то, что она заявляет, то, что говорит, отдельно от ее личности. Правильная формулировка. Кто формулирует эту политическую позицию? Не все ли равно? Ну, здрасте. У вас, соответственно, Гусинский и Березовский там сидят вот во всех, значит, из всех щелей торчат. Люди, которые в 90-е годы работали на Гусинского и на Березовского. И вы что хотите сказать? Что это может, так сказать, представлять интерес общества? А вам не все ли равно, кто будет политзаключенных освобождать? Кто будет либерализовывать у нас экономику? Березовский или Гусинский? Вот представляете, я много еще могу себе представить. Нет, я могу себе представить, что Гусинский под лозунгами о том, что надо помогать заключенным, может еще из бюджета или там из бюджета «Газпрома» или еще откуда-то утащить еще какое-то количество денег. Вот это я себе представить могу. А вот, соответственно, что они будут людям помогать, это я себе представить не могу. Вот, ну что делать? То есть, что, не может вообще быть политиков? Кто? В принципе, в стране. Почему? Политиков может. Но если, соответственно, вы знаете историю этого политика, понимаете, откуда он вылез, понимаете, кто его окружает, и понимаете, откуда это вылезло, то вас сразу, соответственно, вызывают, ну как можно себе представить, да, что, соответственно, еще раз повторяю, Березовский, Гусинский, Ходорковский могут, соответственно, что-то хорошее делать для людей. Это себе представить невозможно. Они вообще людей не видят. Почему? Люди — это для них источник зарабатывания. Почему вам мертвый Березовский никак не дает покоя? Ну, потому что я его знал, например. Потому что я очень хорошо понимаю, как они устроены. Потому что это люди, которые с ним начинали. Ну как это может быть? Вы отказываете в самостоятельности тем людям, которые с ним начинали? Люди, которые на него работали, так сказать, вот... В таком случае, Михаил, где логика? У нас Путин начинал с Ельцином и Собчаком. Секундочку, давайте разбираться. Да, вот по поводу Собчака ничего сказать не могу. Я его не знаю. И не знал никогда. Мне про него много раз говорили, что он был никакой администратор. Но то, что он был умный человек, это было однозначно. Я просто там еще в 80-е годы слушал, что он там говорил, да, в телевизоре, на съездах депутатов. Он уж точно совершенно разбирался, да, вот в той сфере, которой он занимался. Вот. А дальше ничего сказать не могу. А что касается Ельцина, то с ним я просто работал. И тут я понимаю очень хорошо, да, что этот человек был очень специфический. У него были свои проблем. Но у него уж точно было понимание государства, понимание его значимости и много еще чего. При этом он находился в сложном положении, потому что в силу обстоятельств те люди, которые его очень сильно поддерживали и вели его как бы против Горбачева и вели его к власти, это оказались люди, для которых интересы нашей страны, в общем, играли весьма и весьма вторичную роль. Я просто своими глазами видел, да, как попытки Ельцина что-то сделать в том смысле, как он считал правильным, накладывались на, соответственно, дико агрессивную реакцию со стороны там Тани Вали и многих других. При этом, если Вали он теоретически мог убрать, то уж Таню он убрать никуда не мог, потому что с позиции дочери убрать сложно. Но нужно было быть Сталином, да, чтобы практически ликвидировать свою дочь как источник информации и принятия каких-то решений. А Ельцин не смог. Надо было дожить до этого дня, чтобы услышать от Михаила Хазина добрые слова в адрес Бориса Ельцина. Я всегда их говорил. Только надо понимать, что есть добрые слова, а есть злые слова. Еще раз повторяю, я с ним работал, поэтому я много чего знаю. Такого, чего в газетах никто никогда не писал и написать не может. Поэтому чушь там.
Сегодня в прокат вышел фильм «Матильда». Что напомните, вы собирались вообще на него идти? Нет. Неужели вот эта вся компания никак не подтолкнула вас, не зародила у вас интерес? А я не читаю советских газет. А, знаете, вообще говоря, я... Ну вот, давайте немножко на другой фильм. «Салют-7». А я видел в детстве, по крайней мере, несколько раз, пару-тройку, фильм «Укрощение огня». Вы смотрели фильм «Укрощение огня»? Нет. А вы смотрели фильм «Укрощение огня»? Ну, понимаете, тогда разговаривать не о чем, да, потому что это, значит, фильм «Укрощение огня» соотносится с «Салютом-7» как голливудский блокбастер к соответственно, значит, школьный какому-то, значит, школьному фильму, который сняли там школьники 8 класса, какому-то юбилею. Абсолютно разного масштаба вещь. Я, кстати, всем настоятельно рекомендую посмотреть фильм «Укрощение огня». Он куда более... Ну, он еще, помимо всего прочего, там совершенно выдающаяся музыка, там совершенно выдающиеся актеры. И вообще, это выдающийся фильм во всех смыслах. А «Матильда»? А что касается «Матильды», то люди, которые его смотрели, я немножко знаю историю, я себе немножко представляю, что и как происходило. Мне некоторые вещи, которые я про «Матильду» читал, с них становится смешно, потому что каким бы ни был там ничтожеством и убожеством будущий Николай II, он все равно некоторые вещи делать ну никак не мог, просто не могло быть того, что не могло быть никогда. Потому что была империя, было некоторое как бы правила поведения. Вот так себя не ведут. Вот. Поэтому, хорошо, «Матильда». Я вообще вот все эти современные фильмы, я как увижу какой-нибудь в современном кино какого-нибудь такого, значит, кровавого упыря в роли НКВДшника, так, соответственно, меня воротит, я, соответственно, выключаю его там, телевизор или еще что-то. Но вы слышали про госпожу Поклонскую, про яростную борьбу с фильмом «Матильда», про многочисленные обращения. Да бога ради, ну при чем здесь «Матильда»-то? Ну это же не на «Матильду» наезд, а на патриарха. Ну неужели непонятно? Ну какого патриарха? Понимаете, в чем дело? Теоретически, да, в условиях очень жесткого кризиса, перед которым стоит мир. Роль России очень сильно выросла. И есть очень много сил, которые совершенно не заинтересованы, чтобы Россия вернулась на те позиции, на которых она была в мире. И по этой причине единственный способ... Назад, чтобы не откатилось, если сейчас не выросло? Нет, значит, вот так, как бы оно выросло, но может вырасти еще сильнее. Так вот, для того, чтобы это не было, единственный способ – это устроить внутри России очень большую склоку. И по этой причине, особенно как бы пользуясь тем, что тут столетие Великой Октябрьской социалистической революции, вот через 2 недели уже будет, вот, и еще там разные вещи, пытаются возобновить тот конфликт, который, соответственно, привел к гражданской войне и много еще чего. Так Поклонская, что агент Запада? Дикие, простите, совершенно склоки. Причем дело, она же не знает, агент она или не агент. Она совершенно классический пример человека, которого раскрутили. Вот чей агент этот вот самый перец, который напал на Таню Фельгенгауэр? Он может и не знать, что он чей-то агент. Человека, у которого неустойчивая психика, его довольно легко раскрутить. Ему плохо, понимаете? Вот что такое психическая болезнь? Это человеку плохо. А дальше, если вы ему грамотно объясните, кто виноват, то дальше уже возможны варианты. Может быть, он и не будет ничего делать, а вдруг будет. А если вы это целенаправленно делаете, поэтому в этом смысле я четко понимаю, что то, что происходит и по части Поклонской, и по части всего остального, в смысле «Матильды», это все попытка раскрутить внутри страны тот же самый конфликт и натравить тех, кто за социализм, на тех, кто за монархию, ну и так далее. Это неправильно. Я могу вам сказать, что в этом смысле у меня отлично был совершенно опыт, потому что у меня одна бабушка, собственно, дочка моего прадедушки, она уж точно совершенно из белого лагеря, поскольку он был из белого лагеря всю свою жизнь.
А, соответственно, другая часть моей семьи, она абсолютно, так сказать, прокрасная, потому что для нее как бы это была возможность вырваться, да, из той, в общем, беспросветной нищеты, в которой она жила много поколений. Ну и что, и вот такие причине... вот дрязги вокруг фильма «Матильда» могли бы таких людей, как члены вашей семьи, настроить друг против друга? Нет. Членов моей семьи они настроить не могли, они люди трезвые. А вот, соответственно, людей, у которых хотя бы минимальные имеются проблемы, это замечательный способ. У тебя, тебе плохо, потому что вот эти вот гады коммунисты нашу страну 70 лет изводили. Или же наоборот, тебе плохо, потому что эти гады жидомасоны в 91-м году разрушили социализм. Был бы социализм, у тебя было бы все хорошо, ты бы окончил институт, работал бы инженером, у тебя была бы семья, квартира, и все было бы хорошо. А теперь ты нищий, никому не нужен, ты весь из себя несчастный, ну... Ну, еще раз повторяю, это абсолютно типовая схема. Как власть справилась вот с этим вот конфликтом вокруг Матильды, с этим стравливанием? Хотите, а зачем, соответственно, наезды на Мединского? Понимаете, у меня это вообще смех вызывает. Дело в том, что мне столько лет объясняли, что я ничего не понимаю в экономике, что я мошенник, что я ничего не знаю, и т.д. и т.п., что... Я-то, когда я читаю вот то, что пишут те, кто наезжают на Мединского, это же просто один к одному. Может, это даже те же самые люди, которые там в блогах пишут по поводу того, да что вы слушаете этого Хазина. Вот, он ничего не знает, у него нет экономического образования и т.д. и т.п. Ну, замечательно, я просто прекрасно понимаю, что... А при чем тут Мединский просто, я пытаюсь понять? Ну, это абсолютно... такая же. У Мединского, как минимум, историческое исследование, не основанное на прочтении источников в оригинале. Вы историк? Да. И вы точно знаете, что он не читал эти самые... Да, и он даже это подтверждал. Не знаю. Потому что я, например, точно знаю, если говорить об экономике, что подавляющая часть источников, они не имеют никакого смысла. И более того, очень часто, потому что они повторяют друг друга, и очень часто то, что считается принятым раз и навсегда, на самом деле реальности не соответствует. Потому что все уже забыли, как смотреть на реальную экономику. Ну, к сожалению, к исторической науке это имеет мало отношения к источниковедению. Я не историк, поэтому я эту тему обсуждать не буду. А вот стиль и то, что люди пишут, я вижу. И я совершенно четко понимаю, что вот эти те, кто пишут, это засланные казачки. Делают ли они это за деньги или по каким-то своим убеждениям, это вопрос отдельный. Но то, что они при этом не за истину в таком объективном смысле этого слова, это точно. То есть вы не готовы слушать аргументы тех людей, которые вам не нравятся? Наоборот. Но только я должен видеть, что это люди, которые понимают, что они говорят. Я с большим интересом слушаю тех людей, которые мне возражают. Только вместо того, чтобы возражать по поводу того, что я говорю, мне объясняют, что я в пьяном виде, значит, людей смущаю. Это персональный ваш экономист Михаил Хазин. На Сиземлер Андрей Поздняков. Через 5 минут вернемся. Браво, Алексашенко пишет, слушатели. Да. Алексашенко. Не знаю. Мы как-то идентифицировали вас так, очевидно. Не знаю. Не знаю. Вот опять, да? Нет, это не... Я согласен. Меня дико раздражает. Там крошки, которые на полу валяются, или на столе валяются. Это неправильно. Ну, неправильно, да. Неправильно. Просто мозолит глаз. Да-да-да, совершенно верно. Кого? На леточке нам сказали. Что? Да, я пропустил. Mm-hmm. Ну, спроси тогда, я не знаю. Да. А что такое? Значит, на летучке сказали спросите, оказывается. О чем? Сейчас узнаете. Я вижу слово офшор. А-а-а. Я вам не говорил. Страшное слово. Бедная Поклонская. Никто не любит Поклонскую. Почему? Она была очень милой барышней. В прошедшее время.
Ну-ка, она да. И сейчас выглядит очень милой, пока рот не знаю, откроет. Я, вот я про это говорю. Я ее на фотках видел только, поэтому я не знаю, когда... Даже вы ее не защищаете. Почему ее должен защищать? Почему даже? Никого вы только не защищали, а вот... Она не нуждается в защите. Молчала бы, и все было бы хорошо. От нее надо защищать. Ну, вам-то можно не... Не, ну что, я-то что-то... Ваш. 15.35, Несса Землер, я Андрей Поздняков, и персонально ваш сегодня экономист Михаил Хазин. И мы резко разворачиваемся. Сегодня газета «Телеграф» написала о том, что некая юридическая фирма, зарегистрированная на Бермудских островах, предупредила своих клиентов о возможном раскрытии сведений об их офшорах. Новое панамское досье. Да, грядет скандал уровня панамского досье. Ну, ссылка идет на то, что вроде как эти данные были похищены в свое время хакерами, и вы, клиенты дорогие, будьте готовы. Что это с вашей точки зрения? Ну, это продолжение той же операции, да, которая началась с девальвации рубля в 2014 году. Это операция по поддержке ликвидности долларовой финансовой системы через вытаскивание денег из тех как бы коморочек, где они лежали неконтролируемым образом. Ну, объясните, пожалуйста, подробнее, как это может спасти доллар? Вот такой скандал, который бросает тень на всех. Существуют деньги, которые лежат в долларовом виде, а есть деньги, которые лежат в недолларовом виде. В рублях, в юанях, и я не боюсь этого слова, в фунтах стерлингов. Вот, соответственно, слово биткоин не боитесь? Нет, слово биткоин я не боюсь, масштаб еще не тот. И по этой причине, значит, когда Обама где-то, по-моему, в августе 2014 года остановил эмиссию долларовую, без которой институты транснациональные финансовые существовать не могут, была дана команда все из всех закромов все, что можно извлечь. Значит, у нас эту команду исполняла Набиуллина. Она устроила в конце декабря известную девальвацию. В результате мы потеряли 200 миллиардов долларов. Ничего себе, Набиуллина, какая влиятельная. Капитал, ничем не влиятельная. Она как бы действовала в соответствии с полномочиями руководителя Центрального банка. Другое один дело, человек может устроить девальвацию. Другое дело, что она... разумеется, а как? Кто у нас устраивает девальвацию? Вот. Но это, соответственно, стоило нам 200 миллиардов долларов. Китай в результате немножко других комбинаций, но аналогичных по базовой сути, потерял около триллиона долларов. Собственно, его валютные резервы, значит, с 4 триллионов упали до меньше, чем 3. И это все перешло в доллары. А последняя операция была, что нужно было вытащить те деньги, которые лежали в британских офшорах. Значит, первая была операция панамская досье. Сейчас будет продолжение. Всем, кто, значит, может от этой операции пострадать, консультанты говорят, что, ребята, никаких нет проблем, перекладывайте деньги в американские офшоры, там штат Делавэр, еще куда-то, и держите их там в долларах. Вот и все. То есть это абсолютно четкая, понятная, прагматическая линия. Она была очевидна. Я про это писал еще в 2014 году. Великий американский пылесос какой-то. Я не очень поняла. Да. Какая разница, где будут лежать эти доллары? В британских офшорах или в американских? Если в долларах, это да. Если они лежат не в долларах, а в фунтах стерлингов. То что? Значит, нужно больше долларов. По этой причине, соответственно, клиенты должны перекладывать деньги из британских офшоров в фунты, в американские офшоры в долларах. Тогда, соответственно, у транснациональных финансовых институтов будет больше денег. Американская экономика почувствует, в какой валюте в офшорах деньги лежат? Убыточные. В чем здесь американская экономика? Я сейчас говорю об институтах. Вот вся мировая долларовая система выстроена на транснациональных институтах, которые создавались по итогам Бреттон-Вудских соглашений, начиная с 1944 года, для того, чтобы эту мировую долларовую систему поддерживать. Ну, до 1991 года они были в половине мира, после 1991 года во всем мире, но
Но эти институты с точки зрения формальной экономики убыточны. Им нужен постоянный приток денег. Да, тогда у меня еще один вопрос вот, абсолютно экономической направленности. Если активы вот этих граждан из офшоров переводятся в доллары, то есть количество долларов на рынке увеличивается, это же наоборот ведет к девальвации уже доллара? Почему? Потому что больше этих бумажек. Знаете, я могу сказать, чтобы значит, система денежного обращения, она много более сложная, чем, соответственно, пишут разного рода люди, которые строят из себя специалистов. Я ничего не пишу, я ничего не строю, я просто задаю я вопрос. Я просто читаю. Значит, я могу вам сказать, что, например, с 2008 по 2014 год денежная база американской экономики выросла с 0,8 триллиона до 3,3 триллиона. Они напечатали 2,5 триллиона долларов. И как увеличился государственный долг? В три раза больше, чем у них было. Государственный долг здесь совершенно ни при чем. Но государственный долг увеличивался активно, потому что часть этих денег вбрасывали через увеличение госдолга. Часть по другим каналам. Но дело не в этом, а дело в том, что при этом инфляции не было. Потому что система была так построена, что увеличение денежной базы компенсировалось снижением кредитного мультипликатора. В 2014 году кредитный мультипликатор упал до минимума, который можно держать до 4 с 17. И после этого эмиссию остановили. А институтам нужны деньги каждый год для того, чтобы закрывать дырки. Поэтому, если значит, ФРС США больше денег не дают, значит, нужно еще откуда-то взять. Ну, то есть, чисто техническая история. В некотором смысле, да. Но другое дело, что никакая нормальная страна, если она является по-настоящему суверенной, не позволит так со собой обращаться. То есть это фактически означает следующее, что на сегодня суверенных стран в мире практически нет, которые бы не потеряли довольно много денег на это. Журналист как инструмент потери суверенитета получается. Соединенные Штаты Америки. А почему здесь журналисты? Ну, потому что скандалы с панамским досье раскручивали журналисты. И они были, в общем-то, не против не за доллара, а против офшоров. Журналисты были инструментом, которым предоставили информацию. И они, соответственно, за деньги или там за влияние начали эту тему раскручивать. То есть вы предпочли, чтобы никто ничего не раскручивал, но лежали бы вот эти офшоры. Ну как, ну смотрите, вот вы журналист, вы сидите, и вдруг неожиданно к вам приходит человек и говорит, слушай, у меня есть информация. Вот такая. Если ты согласишься ее обнародовать, то ты там получишь пулитцеровскую премию, ну как те, кто раскручивал Уотергейтский скандал. Но они уже потом честно признались, да нет, мы-то сами ничего не раскручивали, нам просто приносили документы. Ну, а просто кто приносил документы, кстати, до сих пор на этом построена, в общем-то, нормальная журналистика, на том, что кто-то просто приносит документы. Нет, одно дело, когда журналист находит документы, а другое дело, когда его начинают любые использовать. Любые способы получения документов бачок. У нас как бы законные. Ну, хорошо, да, значит, вот, понимаете, меня, например, часто спрашивают, а почему ты не слушаешь Латынину? Я говорю, потому что я не знаю, кто ей рассказал то, что она вот это сейчас вываливает. Вот когда я это буду знать, то я могу понимать, почему она это вываливает, кому это выгодно, кому это, наоборот, невыгодно, и т.д. и т.п. А, соответственно, быть манипулируемым неизвестно кем я не люблю. Ну, вот тогда ведь эти можно послушать Латынину, что... а можно послушать в дополнение к Латынину, я не знаю, кого там, ну, кого-нибудь еще, у которого, по всей видимости, должен быть другой источник вот этих сведений. Может быть, но я тогда ищу независимые источники информации, про которые я понимаю, что они вот в тех вещах, в которых я разбираюсь, я понимаю, какие источники информации независимые. Более того, я как бы фонд экономических исследований Михаила Хазина делаю некую работу коммерческую, да, мы делаем политические обзоры, где мы изучаем это абсолютно как бы сканирование прессы, только не российской, а мировой, где мы, соответственно, описываем, что происходит. Потому что 90% информации, в том числе секретной, есть в прессе. Только нужно понимать, где ее брать, как брать и когда брать.
а не читать, соответственно, желтую прессу. Хорошо, возвращаясь к офшорам, ну, чтобы закрыть эту тему, вы бы предпочли, чтобы эти офшоры никто не трогал, и чтобы там лежали непонятно чьи, непонятно каким образом добытые деньги, или все-таки дадите шанс тем журналистам, которым принесли, допустим, в вашей терминологии эту информацию, раскрыть эти офшоры? Знаете, вот меня это совершенно не волнует. У меня нет в офшорах денег. Меня эта тема волнует мало. Меня она волнует исключительно с точки зрения, как это повлияет на модель. И как бы, и с чем это связано? Вот, понимаете, когда у вас на протяжении многих десятилетий ни одного журналиста не интересовало, что в офшорах происходит, а если кто-нибудь пытался... Ну, потому что я вижу, не печатают же в газетах. А тут вдруг неожиданно... Потому что не было еще уверенности. А тут вдруг неожиданно... Ну, ладно, ну, бога ради, да, ну, не надо. Ну, все же все прекрасно понимают. А то я задаюсь одним единственным вопросом. Что случилось такое, почему? Я понимаю, что сегодня... хотят поддержать мировую финансовую систему долларовую, про которую я понимаю, что, во-первых, для нее от экономики один вред, во-вторых, что она враг моей страны, а в-третьих, соответственно, что ей все равно придет конец. Ну, как бы с моей точки зрения, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Поэтому в данном случае я считаю, что такого рода операции не совсем правильные. Другое дело, что те, кто их организовывает, их как бы мало волнует, чье бы то ни было личное мнение. Им деньги нужны. Насколько новый панамский кризис, новое панамское досье может отложить крах долларовой системы экономики США? Не знаю. Ну как нет, не экономики США, еще раз повторяю, а транснациональных банков. Это как бы это система, которая, например, сегодня агрессивно воюет с президентом Соединенных Штатов Америки. С нынешним. Да, а с прошлым воевала? Хорошо. А с прошлым они были в сложных отношениях, потому что прошлый, ну, он, конечно, много чего сделал против этой системы, но никогда не шел против нее напрямую. Ну, эмиссию же он остановил и дело Строскана организовал. Но тут есть некоторые тонкости, потому что кто такой Трамп? Это какая-то там, прошу прощения, в общем, не очень элитная немчура. А Обама все-таки из уважаемой еврейской семьи, поэтому надо как бы понимать, что с точки зрения весов они несколько разные люди. Как вы относитесь к новостям о слиянии Спаса и Царьграда? Да, я скажу, что здесь за кадром, когда у нас шли новости, Михаил Хазин бросил загадочную фразу. На самом деле все не так. Рассказывайте. Ну, понимаете, у меня же как бы есть... Я в свое время вел на Спасе первую в нашей стране еженедельную аналитическую программу по экономике. Она называлась «Пятерка по экономике». Значит, но тогда «Спас» был частным каналом, который организовал ныне покойный Саша Ботанов. А соответственно, потом, когда «Спас», после смерти Ботанова «Спас», значит, разорился, и его перекупила патриархия. Что касается «Царьграда», то «Царьград», несмотря на свою явную, совершенно религиозную, такую православную направленность, тем не менее, канал, в общем, во многом светский. В экономической части так точно. Я не знаю, что это. То ли это поглощение Царьградом Спаса, то ли это, значит, продают Царьград. Посмотрим. Я пока не знаю. Я могу сказать только одно, что если вот экономическая часть, которая имеется на Царьграде, ее ликвидируют, это будет обидно, потому что на сегодня это может быть единственная на нашем телевидении передача, в которой, в общем, про экономику рассказывают более-менее адекватно. Кстати, Юра Пронько, который там, собственно, этим и занимается, у него есть экономическое образование, и в этом смысле он знает, о чем говорит, и понимает. Давайте обратимся в Каталонию. Вот мы сегодня ожидали заявления от лидера Каталонии Пучдемона, и вот последнее сообщение приходит о том, что это заявление отменено, выступление, обращение к нации. Кто разваливает Испанию? Вот у вас есть понимание? Ну, разумеется, естественно. Это, причем это очень сложные процессы, которые идут по всему Евросоюзу.
Это и Шотландия, и Ломбардия, и, соответственно, Венето, то есть Венецианская республика бывшая. Это ответ на пропагандируемую Брюсселем логику малых национальных государств и, соответственно, личных интересов. Ну, типа, если уж мы создаем Европу малых национальных государств, то почему мы, там, Барселона, мы Милан, мы Венеция, должны своими деньгами с кем-то делиться? Потому что мы случайно оказались в составе Испании или случайно оказались в составе Италии? А еще есть там какой-нибудь там Южный Тироль, Бальцано. А мы вообще австрияки. А еще бретонцы, а еще германоязычные бельгийцы. Так давайте мы тогда, соответственно, все разделимся и будем каждый сам по себе. И при этом нам будет хорошо, как говорят в Милане, да, все, что южнее Рима, это Африка. Зачем Африку кормить? Кому нужна эта Сицилия? Ну и так далее. А есть альтернативный вариант, это вот, соответственно, идея имперская, что есть большая империя, в которой все народы равны, и, соответственно, нужно по мере возможности выравнивать их уровни жизни. Это там идея СССР. Да и на самом деле, между прочим, сейчас очень сильно появилась идея о том, что надо восстанавливать, например, Австро-Венгрию. Кстати, между прочим, в Чехии, в общем, победили силы, которые говорят, а нам нужен этот Евросоюз. Мало нам было, соответственно, Варшавского договора и Совета экономического. Но Бабиш вроде не говорит о том, что необходимо пожертвовать национальной независимостью. Это он пока так говорит. А Венгрия уже открыто говорит, что экономическое будущее Венгрии на востоке, а не на западе. В современном мире может ли страна строить свою экономику успешную в изоляции от всех остальных? Нет, две страны могут. Индия и Китай. Больше никто не может. Они немножечко в другом регионе, что европейская страна. Нет, не могут. Ну, то есть, на самом деле, никакой аппарат независимости в Европе невозможен. А, понимаете, опять-таки, что такое аппарат независимости? Они же не хотят выходить, например, из... Каталония не хочет выходить из Евросоюза. Ну, формально она не хочет... может быть остаться в Евросоюзе, если она выйдет из состава Испании. Это какая будет договоренность? Они же говорят, мы же были в составе Евросоюза, вот давайте мы внутри Евросоюза изменим границу. Им отвечают, вы были Чехия в составе Испании, а Испания была Евросоюзом. Чехия, а вот вы отдельно ничего себе не представляете. Можно так, а можно так. Вот. Разные варианты. Поэтому я бы не стал тут. Чем а почему Евросоюзу должно быть выгодно признавать независимость Каталонии и принимать ее самостоятельной единицей в свой состав? Учитывая, насколько это болезненный вопрос для Франции, Германии и остальных. Потому что, я прошу прощения, а либеральная идеология? Каждый сам для себя выбирает. Да? Вот хочу быть мальчиком, хочу быть девочкой, хочу быть инопланетянином. А я вот хочу быть каталонцем. Какое вы имеете право лишать его права? Почему я должен свои деньги отдавать куда-то в Мадрид? Вы что, озверели, что ли? Это мое законное право. Тогда почему... Почему я, если я себя объявил девочкой, не имею права ходить в женский туалет? Тогда почему вы не возражаете против положения российского законодательства, запрещающего даже заикаться о возможном отделении? Я вам сейчас рассказываю позицию Брюсселя, у которой с этим проблемы. Я-то вообще считаю, что нужно объединяться, а не разъединяться. Каталонцам надо, если бы я был во главе Испании, я бы дал бы каталонцам по ушам. Но, правда, с тем же успехом Испания всю свою жизнь пыталась присоединить Португалию. И, кстати, между прочим, в какой-то момент и присоединила, кажется, лет на 80. Настолько, что португальский королевский двор сбежал в Бразилию. А, соответственно... Еще одна история, да, какая-нибудь там Голландия, которая всегда была частью империи Габсбургов. И пока был умный король Карл V, который вырос в Голландии, и для которого это была родная земля, проблем никаких не было. А только пришел Филипп II, который стал вести себя нахально и цинично, он послал туда герцога Альбу, и начались... проблемы. То есть, на самом деле, все дело в том, как правильно себя вести с народом.
Как правильно себя вести с народом? Извечный вопрос всех руководителей. Вот мы заканчиваем на этом свою программу. Экономист Михаил Хазин был сегодня персонально ваш. Нас из Землера Андрей Поздняков. Мы останемся с вами еще на час. Спасибо. До свидания. Спасибо.